В этом году Чувашия впервые будет участвовать во Всемирном парамузыкальном фестивале. Ольга Пырочкина подробнее. Отчего так прости, березы шумят? Отчего белоствольный все понимают? Уже в течение 10 лет при поддержке Министерства культуры в России проводится Всемирный парамузыкальный фестиваль. Мероприятие называется Всемирный парамузыкальный фестиваль в связи с тем, что в нем принимают участие пара-артисты, то есть артисты с разными возможностями, разными проблемами в здоровье, из многих стран мира и из всей России. Структура фестиваля такова. Сначала проходит отбор номеров в муниципалитетах, затем лучшие участвуют в региональном этапе. С победителями из регионов организаторы готовят концертную программу, а затем гастролируют по стране. Впервые в этом году отбор будет проходить и в Чувашии. А 4 и 5 сентября с гала-концертом в Театре оперы и балета выступят лучшие артисты нашего и других регионов и участники из-за рубежа. Я планирую участвовать с вокальной программой. Ты тоже родился в России, в березово милом краю. В этой песне рассказывается о березке, которая повидала все на своем пути. И погибших солдатов, и войну в целом. А когда я пою, я постоянно в конце плачу. Отбор в муниципалитетах начнется уже 10 марта. Вся информация и положение о конкурсе на сайте Минкульта Чувашии под специальным баннером. Ольга Пырочкина, Дина Кустова, Александр Петров, Республика.